Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Voice Control, в студии Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите на видеочате на портале MixNews.LV, присоединяйтесь. Говорим сегодня о беженцах, что неудивительно, и о тех последствиях в обществе, которые могут вызвать или спровоцировать их появление. Или наоборот, в принципе, может быть, ничего не спровоцирует, может быть, мы себя пугаем. Поводом для нашей беседы стали последние события в Кёльне, не только в Кёльне, в общем-то, по всей Европе, в некоторых европейских городах и странах можно наблюдать не только наплыв беженцев, но и, скажем, активизацию каких-то радикальных правых сил, которые, в общем-то, противостоят вот этому наплыву беженцев и выступают соответствующими лозунгами. Возможно ли нечто подобное в Латвии? Возможно ли обострение каких-то межэтнических отношений, межнациональных отношений? И насколько вот эту возможную волну спровоцируют беженцы, которые к нам приедут уже в ближайшее время? У нас в гостях по традиции двое экспертов. Это Мария Голубева, исследователь из Провидуса. Здравствуйте. Здравствуйте. И Андрей Бертников, тоже исследователь. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Бертников, давайте с вас начнем. Логично ведь предположить, что если появятся иммигранты, если появятся беженцы, если появятся люди с другим цветом кожи, то это, возможно, спровоцирует какие-то все-таки праворадикальные движения. Или это не обязательно так? В Европе, да? В Латвии. Мы сейчас говорим про Латвию. Не, ну они уже есть. Последние там, допустим, акции набирали несколько сотен человек. То есть сколько там, 400-500, где-то такие цифры фигурировали довольно много для Латвии, я считаю. То есть, и при том всплыли такие организации, о которых раньше ничего не было слышно. Но кроме национального объединения, которое там выступало тоже одним из организаторов, всплыли еще, по крайней мере, несколько общественных организаций, про которых я первый раз прочитал эти названия. И я понимаю, что там мобилизация и в сетях была, и в Твиттере. То есть эта тенденция, я думаю, будет нарастать. То есть это какие-то новые организации, которые появились вот как ответ на беженцев? Просто, так сказать, раньше у них не было почвы для этого такой благоприятной. Что касается Европы, вот те движения или те люди, скажем, которые приходили, к примеру, на пикеты в Кёльне против мигрантов, против беженцев, это тоже какое-то новое явление? Вот они появились как раз в ответ на новогодние события? Или это, в принципе, старые организации, давно известные? Не, ну там можно сказать, что новых движений таких не появилось. То есть, если говорить про Германию, там это традиционно, это Пегида, которое антиисламское уличное протестное движение, то есть оно и до этого функционировало, сейчас они просто используют, при том я не сказал бы, что они вот сейчас именно на кёльнские события какую-то организовали уж слишком массовую демонстрацию, там тоже было порядка 500 человек, если до Латвии 500 это огромное количество, то до Германии это маленькое количество, и в принципе по нашим понятиям 10 человек вышли. Вот. Партии, естественно, там, допустим, альтернатива для Германии, это использует в своих интересах, или там даже еще более радикальная национально-демократическая партия, там они тоже в Твиттере стали что-то использовать эту ситуацию для того, чтобы как бы большую поддержку своих сторонников там мобилизовать для каких-то своих действий. Ну, правда, они ничего там особо пока, каких-то уличных протестных акций не провели, но эти партии скорее, они появились не как реакция на протестную волну беженцев, а скорее они набирали силу еще со времен кризиса 2007-2008, то есть тогда там как раз появились разного рода альтернативные партии, всевозможные, кто-то радикально правой направленности, кто-то там комбинирует элементы левой и правой идеологии. Есть и некоторые левые партии радикальные, которые тоже на волне этого кризиса либо создались, либо ожили, так сказать, или набрали, так сказать, второе дыхание. То есть здесь ничего нового пока не появилось. Единственное, что новое, это вот эти вот отряды самообороны, которые там отряды там по патрулированию во время праздников и во время там массовых мероприятий, что сейчас через социальные сети делается, там то, что название группы было «Диссельдорф следит» или «Диссельдорф наблюдает», потом в Кёльне аналогичная группа в Фейсбуке. Но я бы тоже не сказал, что это что, какой-то такой взрыв невиданный, потому что ну, вот последнее, что я смотрел данные, ну, 11 тысяч этот «Диссельдорф наблюдает», вот эта вот группа собрала. Это тоже по германским меркам, беря во внимание, что они, общество, в отличие от нашего, очень общественно активное. Это не такая большая цифра, ее раздувает. Допустим, я видел там в русскоязычных СМИ, что там вот немцы проснулись или что-то такое. Но на самом деле, если мы посмотрим, что в социальных сетях делалось там в поддержку Украины, допустим, или там против российской крымской инициативы, там были гораздо большие цифры. То есть я считаю, что, естественно, правым партиям это большой плюс их
для их подъема. То есть, естественно, они это будут использовать, и какое-то нарастание вот этих правых настроений, правоэкстремистских, оно очевидно. Но оно не идет так резко, как позиционируют некоторые СМИ. Мне кажется. А, Мария, вам как кажется, если в Латвии появится более или менее значительное число беженцев, но более или менее значительное для объемов нашей страны, то возможно ли радикализация существующих партий и появление каких-то правых радикальных движений как ответ, вот, ну, скажем так, против беженцев? Я, в принципе, соглашусь с Андреем, что здесь нет причинно-следственной связи. Да? То есть праворадикальные движения сами по себе, беженцы сами по себе. В Латвии маловероятно появление такого количества беженцев, которое можно было назвать значительным, потому что, ну, те смешные цифры, о которых сейчас говорят, что может быть через 2 месяца 10 человек. Да, плюс, но в итоге это 700. Плюс, ну, 700 может быть в течение 2 лет, если они согласятся, да, потому что... Кстати, а может быть и больше, если еще появятся какие-то квоты? Это вопрос, но я думаю, что, честно говоря, в данный момент сценарий может быть такой, что первое время будет трудно набрать даже этих 700, потому что все-таки их согласие спрашивают, в какую страну. Вы согласны ехать в эту страну? В большинство из них не хотят ехать ни в какие страны, кроме Германии и Швеции. И Великобритании, да, то есть по понятным причинам страны, в которых наиболее большие сообщества, страны, в которых общество до сих пор наиболее адекватно все-таки воспринимало присутствие иностранцев, в Германии были свои нюансы, но Швеция и Великобритания в основном все-таки очень либерально воспринимала, хотя и не всех пускала Великобритания. А что касается радикальных движений, да, конечно, они есть, они за последние годы в Европе стали сильнее, мы знаем про всевозможные политические партии, которые как бы вошли в мейнстрим, да, там Национальный фронт и так далее, но здесь все-таки речь идет не о том, что в этом виноваты внезапные беженцы, а в этом виноват, конечно, экономический кризис и разочарование обществ европейских в том, что, оказывается, экономическое процветание не будет постоянно только прирастать, оказывается, иногда оно будет уменьшаться. И вот мы как-то живем с этим шоком, не все привыкли. Да? А вот тот факт, что говорил господин Берников относительно того, что в Риге появились на, вот во время этих, скажем так, митингов или акций протеста против возможного принятия беженцев нами, на тот момент еще возможного, это было летом, насколько я помню, какие-то определенные организации, которых раньше не было, которые сейчас вот, в принципе себя позиционируют, как мы против беженцев. Ну, соответствующий контингент собирался несколько раз, насколько я помню, один раз около правительства. И, в общем-то, эти люди имели вполне, скажем так, отличную от среднестатистического какой-то облик. Вы знаете, в целом надо сказать, что наше население плохо расположено к принятию беженцев. Об этом говорят опросы общественного мнения. То есть, хотя те люди, которые настолько в радикальной, достаточно российской форме выражают свои опасения, собираются у кабинета министров, их действительно было немного. Мне кажется, больше сотни там никогда не собиралось. Но в общем и целом население, конечно, достаточно скептично. Это связано с очень многими аспектами. Для латышскоязычного населения это опять страх миграции. Уже однажды была неконтролируемая миграция, вдруг будет опять. Для русскоязычного это, вот мы считаем, что нас тут недостаточно уважают, а то еще какие-то беженцы, зачем они нам нужны. Да? То есть есть разные причины, но итог один, население не очень радо. Но надо понимать, что ни о какой массовой волне беженцев и вообще мигрантов в Латвии как бы речь не идет и в ближайшие годы, скорее всего, не пойдет. То есть это очень такой раздутый общественный страх, которые раздувают разные люди, да, и у каждого, наверное, своя какая-то стратегия, почему они это делают. Ну хорошо, может быть, страх и раздутый, но так или иначе он есть, как вы сами уже отметили, так возможно ли появление каких-то противостояний или каких-то движений, которые будут пытаться противостоять принятию беженцев? Ну, они уже есть. У нас в мейнстриме, в политическом, есть коалиционная партия, да, национальное объединение, которое очень остро против беженцев, против того, чтобы Латвия принимала каких бы то ни было мигрантов. И мне кажется, что радикальнее, чем некоторые представители этой организации, например, парламентский секретарь Министерства юстиции высказывается в Твиттере, уже трудно, да, то есть уже трудно переплюнуть эту мейнстримовскую политическую партию в плане радикальных высказываний о мигрантах, о мусульманах. А как насчет насилия? Возможно ли какие-то стычки? Это очень такой серьезный вопрос. На самом деле насилие, как мы видим, в тех странах, где давно уже как-то феномен миграции достаточно распространен, в том числе живет много людей из стран вне Европейского Союза, насилие как против мигрантов, так и где-то в каких-то местах насилие самими мигрантами или внутренние какие-то разборки, оно есть. Но, опять-таки, связывать его напрямую с тем, что вот в этом году в Европе появилось много беженцев, я бы, честно говоря, не стала. То есть насилие эндемически существует в наших обществах. К сожалению, насилие против женщин, как было в Кёльне,
оно тоже существует в наших обществах, и в Германии, и в Латвии, и в Великобритании, да, то есть мне не доводилось жить ни в одной европейской стране, где это, не было бы этой проблемы, именно бытовое насилие над женщинами. То есть считаете, что вот эти события новогодние в Кёльне, они не имеют отношения к беженцам, мигрантам? В данном случае преступники, скорее всего, были мигрантами, но это не означает, что это феномен, который каким-то образом вот привязан к понятию мигранты, да, то есть бывают преступники-мигранты, я не знаю, бывают преступники-немигранты, то есть это случай конкретного какого-то группового преступления, которое надо расследовать, ни в коем случае, конечно, не замалчивать, как это пытались сделать, я так понимаю, но напрямую вот накладывать это на понятие миграции в Европе и говорить, все, миграция – это преступность. Это очень, ну, такой, я бы сказала, искаженный, достаточно манипулятивный взгляд на вещь. Но об этом, по-моему, никто не говорит. Больше говорят о том, что надо остановить волну иммигрантов, надо как-то их контролировать, не знаю, отсеивать или ужесточать законы, чтобы отсылать назад. Как-то об этом больше речь идет. Ну, как вам сказать, есть довольно много призывов вообще прекратить прием беженцев. И многие сейчас, последние дни, связывают именно этот призыв с тем, что вот вы видите, что произошло в Кёльне, давайте теперь больше не пускать беженцев в Европу. То есть, фактически, по сути, нам предлагается такая упрощенная матрица мышления: мигранты равно преступность, или там беженцы равно преступность. И именно здесь и кроется как бы, ну, ложь, да, потому что на самом деле есть разные беженцы, есть разные мигранты. Среди них есть преступники, есть честные люди. Как насчет преступности против беженцев или против мигрантов? Вот такое у нас возможно? Мне кажется, что это у нас происходит уже. Мы знаем, что, например, в Латвии для человека с темной кожей больше шансов стать жертвой случайного такого преступления на улице, которое связано с ненавистью, чем для человека с более распространенной светлой кожей. Да? То есть такие моменты есть. Но, с другой стороны, сказать, что напрямую вот приезд именно беженцев в прошлом году массовый в Европу является главным фактором, почему существует насилие междурасовое какое-то в обществе. Но опять-таки нет, я бы не сказала, потому что это целый ряд факторов, это непристроенная молодежь и того, и другого сообщества, и основного. Ну, вы бы так не сказали, но чувствуете, что в обществе есть подобное, скажем так, заблуждение? Безусловно, общество связывает, да, общество связывает конфликты с появлением каких-то конфликтов в своем, допустим, районе, с тем, что вот понаехали. Ну, это точно так же и в России, например. Но означает ли это, что общество будет отвечать каким-то образом? Радикализации, например? Это зависит от многих факторов. Это зависит от того, как поведут себя политики, как поведут себя местные лидеры, например, на уровне, не знаю, там, самоуправления, на уровне бизнеса какого-то. Допустим, мы делаем рабочие места для безработных молодых людей, неважно, мигрантов или своих. Или мы, как бы, наоборот, стараемся перенести свой бизнес в более безопасный район, а там они пусть у себя где-то живут, как им заблагорассудится. Господин Берников. Да, я как раз хотел добавить по поводу вот событий в Кёльне конкретно и волны насилия, вот вызовет ли волну насилия. Но пока что не вызвало, хотя были, уже появляются в прессе, допустим, я видел, читал тоже в российской прессе, что в той же Германии было нападение, группа вроде из 20 человек напала на 5 или 6 пакистанцев и на 1 сирийца. Но, опять же, я здесь согласен с Марией, что это не свидетельствует ни о какой волне нарастания насилия в Германии, поскольку мы в традиции каких-то уличных беспорядков в Европе даже гораздо больше, чем у нас тут и на постсоветском пространстве в целом. И, если мы возьмем даже такую крайне праворадикальное движение уличное, называется она «Английская лига обороны», вести. У нее постоянно стычка с тем, кого называют там, движение антифа и так далее. Они там постоянно разгоняются, полиция, они между собой дерутся. И это по своему традиция в местных СМИ это отражается. До нас-то никак эта новость не доходит. Но здесь, поскольку вот был этот кёльнский событие, оно сразу начинает раздувать. Вот уже к чему привело, вот теперь контрудар и так далее. На самом деле, как раз таки, мне кажется, что пока европейское общество довольно спокойно на это реагирует. И, в принципе, что вот за последние полгода для меня вот является таким, может быть, показателем, что все-таки напряжение возрастает, даже не прирост популярности правых партий, которые тоже очевиден. Кстати, их группы поддержки, ну или группы, которые там их лайкают на Фейсбуке, тоже растет. Это было недавно исследование,
показано, что у этих партий растет за последние месяцы популярность. Но вот самый такой тревожный сигнал – это все-таки, что вот по данным полиции, той же немецкой полиции, я прочитал, что выросло в разы нападение именно на центры приема беженцев. Вот именно поджоги, какие-то попытки там что-то погромить – это вот тенденция именно последних месяцев. Но все равно это не свидетельство какой-то массового недовольства. Это, опять же, здесь задействовано, ясно, что праворадикальные группировки. К чему это приведет, я все-таки не жду, что будут какие-то уличные беспорядки массовые. Конечно, будут использовать правые партии дальше на уровне риторики, твитов и там, социальных сетей все это дело раздувать. И будет популярность их потихоньку расти, но не стремительно. А если все-таки вернуться к Латвии, Мария только что говорила о том, что радикальнее, чем наша та партия, вот радикальная, условно, которая представлена в Сейме, радикальнее уже, в принципе, некуда. И некуда радикальнее, чем господин Эсселнек. Я так понимаю, вы намекали. Вот согласны вы с этим? Или все-таки возможно появление или активизация каких-то других движений, не тех, которые вот представлены в Сейме, то есть мы говорим о людях, которые все-таки на работу в пиджаках ходят, то есть более или менее в рамках каких-то, ну, хотя бы каких-то приличий держатся. А я имею в виду какие-то уличные движения, какие-то группировки, которые не участвуют в официальной политике. Ну, так они и были уличными движениями до этого, как раз того, что они надели пиджаки, стало сдерживающим фактором, что они теперь не переходят определенные линии, потому что иначе поставится вопрос, все-таки тогда уже может и Европа поставить вопрос, кто у вас там в коалиции. Но пока что они говорят, ну, скажем, в рамках такой среднестатической, такой евроскептической, антиисламской и националистической, ну, крайне националистической партии, которые в Европе есть, правда, они не представлены в коалиции, но они уже представлены в парламент. То есть есть куда радикальнее? Нет, ну есть по методам борьбы, есть, конечно, можно открыто призывать к насилию, но таких партий нет и в Европе пока в парламентах. Все-таки те партии, которые проходят, ну, может быть, вот «Золотая заря» в Греции, это такое... редкий момент, когда действительно приходит в парламент та партия, которая иногда почти открыто к насильственным каким-то методам призывает, и то они все равно варьируют все это дело. Но говорят о каких-то скинхедах и так далее, но эти партии даже не претендуют на какое-то представительство, по ним они сами себя олицетворяют вот, какой-то субкультурой. Вот в прошлый раз, насколько я помню, в нашей студии мы с вами говорили о том, что, в принципе, может быть, у нас есть несколько каких-нибудь скинхедов в городе, в стране, но они действуют как вот индивидуальные ячейки, и никакой такой организации скинхедов у нас нет. То же самое касается неонацистов. Вот возможно появление какой-то организации в ответ на приезд беженцев? Ну, вот эти организации уже есть, я говорю, просто национальное объединение, оно же участвовало как один из основных организаторов вот этих последних протестов, которые направлены против беженцев. Другое дело, что они действительно стараются не переходить какой-то грани, чтобы их открыто там, допустим, не обвинили в неонацизме. Там, а или возможно ли появление каких-то организаций, которые будут готовы эту грань переходить? Я думаю, что это возможно, но это, скорее всего, все-таки не будет массовая какая-то тенденция. Возможно, эти организации уже есть. Я думаю, что это, опять же, маленькие группы из 5-7 человек, которые... Да и в Фейсбуке есть такие люди, я знаю... Ну, это за рамками политического истеблишмента. Да, да. Ну, просто эти люди, они сразу понимают, что у них нет шансов пройти, так сказать, в респектабельное политическое поле. Национальное объединение когда-то тоже на это не претендовало, тогда они были куда радикальнее. Но как они пошли в политику, в большую политику по латвийским меркам, то есть они, естественно, вынуждены были подкорректировать свою риторику и свое поведение. И... Понятно, им это тоже нужно, у них административный ресурс в обмен есть на это, они могут идеи свои лучше продвигать теперь не уличным способом, но, в принципе, истоки-то как раз-таки вот та улица. И такие партии, я думаю, не такие группы есть и сейчас, они могут набирать силу, но я массово не жду, что здесь в Латвии будет. Все-таки здесь таких вот традиций каких-то уличных банд, грубо говоря, ну, нету. Но есть немножко другой генезис такого движения. Например, вот венгерская партия Йобик, да, у которой были такие почти парамилитаристские какие-то отряды, да, которые там с цыганскими городками боролись. Партии. Но кроме них и «Золотой зари», пожалуй, действительно нет примеров, да, даже самых радикальных партий. Хотя вот, насколько я знаю, этот венгерский премьер, он даже, по крайней мере, отдельные представители из его партии с Йобиком сотрудничали, даже уже когда выбравшись и так далее. Но да, Йобик – это уличная действительно организация такая, которая выступает за насильственные методы порой, но тем не менее...
как-то вот трансформироваться им политическую силу тоже не удалось. Но все-таки, наверное, большинство народа даже побаиваются проголосовать за такие вот за такие радикальные партии, чтобы привести их к власти. Здесь, может быть, все-таки Вторую Веймарскую республику здесь не хотят повторять. Давайте мы сейчас прервемся на новости и рекламу, вернемся буквально через несколько минут. Не переключайтесь. На одной волне с городом. Радио. Балтком. Снова добрый вечер. В эфире Voice Control, в студии Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите на видеочате на портале MixNews.LV. Присоединяйтесь. Говорим сегодня о том, какие последствия в обществе может вызвать появление беженцев. Или, может быть, наоборот, никаких, и зря мы себя пугаем. О том, возможно ли радикализация, появление каких-то радикальных движений или радикализация существующих правых партий в ответ на появление беженцев и, возможно, более или менее существенном количестве. У нас в гостях, напомню, двое экспертов. Это Мария Голубева, исследователь из Провиду. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И Андрей Берников, тоже исследователь. Здравствуйте еще раз. Давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый вечер. Попробуйте позвонить еще раз. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Вот по поводу, собственно, уличных движений. Да, я понимаю, что у нас не появится, наверное, партии неонацистской в парламенте, что, возможно, на данный момент не совсем вероятно. Но могут ли у нас появиться какие-то уличные общественные движения, которые будут себя позиционировать подобным образом? То есть радикальными какими-то методами бороться с беженцами или бороться с политиками, которые этих беженцев приглашают? То есть какие-то уличные акции, погромы, какие-то акции насилия. Вот всплеск таких, возможно, молодежи, возможно, немолодежных движений, возможно ли у нас, господин Бертников? Ну, во-первых, повторюсь, что такие уже движения есть, и, возможно, они будут слегка разрастаться. Возможно, также появятся и новые. Но это не станет, скорее всего, массовым феноменом, хотя бы по той простой причине, что вообще у нас такой уличной традиции уличного активизма как такового, но они очень слабы в Латвии. То есть это наблюдается на всех флангах. И у нас на левом фланге нет таких движений. То есть у нас, в принципе, ну как люди... слабы? Они стали слабы? Может быть, у них повода до сих пор не было? Вот ну, были кризисы, было все что угодно. То есть у нас вообще... Может, у них объекта не было? Не, ну я согласен с тем, что вообще вот тема беженцев, она вот такая вот благодатная для того, чтобы общественный активизм так называемый нарастал, правотолка, поскольку у нас вообще вот эти ксенофобские настроения, они доминируют, у нас меньше люди даже о хлебе насущном могут думать, чем вот о том, как не пустить чужого. Там, с другим цветом кожи, с другой идентичностью, с другой культурой и так далее. Это как раз работает. Но все равно я... Ну, не верю, что это будут какие-то вот регулярные уличные крупные движения, которые будут с завидной регулярностью устраивать какие-то насильственные акции. То есть в традиции общества этого нету. То есть скорее будут разрастаться до маленьких группировки. То, что есть повод, и это будет использоваться, это однозначно. Но я скорее вижу риски, что как раз просто будут расти рейтинги национального объединения, а не в уличных беспорядках. То есть я по многим насущным вопросам не могут собраться здесь протесты больше 15-20 человек. Я думаю, та же ситуация все-таки ожидает вот эту тему с беженцами. Хотя, может быть, здесь и будет сотня, пару сотен, но... Все-таки надо смотреть на прошлые традиции. Если у нас до сих пор не было, так сказать, уличных столкновений, значит, общество это в целом не приветствует. Все-таки, слава богу. Возможно, вы сталкивались с предположениями, которые очень активно уходят по интернету, о том, что, возможно, власти Кёльна или власти Германии, в принципе, и не только, в общем-то, Германии, других европейских стран, скрывают подобного рода нападения, как были в Кёльне, для того, чтобы не провоцировать как раз-таки вот эти вот праворадикальные движения, для того, чтобы их не становилось больше, для того, чтобы они не становились активнее. То есть, насколько я понимаю, если вы разделяете вот эти опасения и предположения, то получается, что власти европейских стран на полном серьезе ожидают вот активизации, серьезной активизации вот этих правых радикалов? Ну, здесь, может быть, разные ответы. Я слышал, кстати, о Швеции, вот это, что Швеция замалчивала какие-то нападения, которые якобы происходили еще до Кёльна. Такого рода как раз нападение на женщин, якобы представителей, там, как они говорят, североафриканской внешности или там
арабской. Но, так сказать, замалчивать, ну, можно по разным причинам. С одной стороны, может быть, действительно, чтобы не провоцировать правых, с другой стороны, все-таки вот эта вот европейская традиция толерантности, они не хотят ассоциировать какую-то определенную группу, где люди там определенного вида, определенной культуры были бы массово задействованы в каких-то преступных действиях. То есть даже не то, чтобы спровоцировать какую-то обязательно реакцию правых радикальных партий, а для того, чтобы вообще не, так сказать, не распространять негативные стереотипы какой-то этнической группе. Это в традиции Европы, я считаю, что это замалчивать не надо, и... То есть, чем мы больше открыто об этом будем говорить, тем лучше, потому что наверняка найдется и много представителей тех же мусульманских общин, которые выступят с осуждением и покажут, что далеко не все группы, принадлежащие к этой религии, думают и относятся таким вот образом к женщинам, там, или неважно вообще, там, к европейской системе ценностей. То есть мне кажется, что замалчивать не нужно, но логику я понять могу. Логику я понять могу и думаю, что, может быть, там была даже какая-то самоцензура журналистов. То есть что не то, что там полиция даже скрывала, а возможно, что и СМИ решили это не тиражировать именно по тем причинам, что в Европе довольно смотрят с опасением ассоциировать какие-то преступления с определенной этнической религиозной группой. Давайте мы примем звонок, надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Ну, вы знаете, вот я слушаю ваших гостей, давно эта тема массируется, беженцы, да? Но я просто удивляюсь. Вот, господин Бертников, вы говорите, у нас общество не способно выступить, защитить себя, допустим. Ну, был кризис, да, денежные проблемы, это важно. Но вот если бы такое случилось, как в Кёльне... И там было задействовано, не дай бог, вот моя знакомая женщина, девушка. И вот так у всех. Вы что думаете, мы промолчим? Вы что думаете, наше терпение не безгранично? Да не надо об этом говорить. И у нас своих проблем так много, что у нас только спокойно жить, благодаря тому, что мы вот именно сейчас толерантны друг с другом, те, кто здесь живут. И нам совершенно не надо этих беженцев, которые вы говорите, ну, всего 570 человек приедет. Да не будет 570, будет гораздо больше. Семьи приедут. И я их видела и в Швеции, и везде. Это очень достаточно наглые люди, которые живут своей жизнью в чужой стране. Поэтому не надо уговаривать нас, чтобы мы их полюбили. Спасибо. Спасибо. Сразу еще один звонок примем. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Я хотел высказать по поводу беженцев. Их можно принять только, если в 10-м поколении будет, то есть до 10-го поколения, по крайней мере, будет подписан как бы, документы о требованиях, которые предоставляются к ним. Иначе они приходят со своими нравами, и проблем будет достаточно. И во-вторых, если вот женщин-студент очень толерантно, то если будут какие-то события, и будет беженцы как бы виновным, да, там, нападение и так далее, я мимо скажу, ну вы же толерантным были, вот вам и результат. Потому что зверей, когда дом привозят, знают, что у них есть зубы и так далее. И потом сказать помогите, но не надо было привозить тогда. Вот такие вот мнения. Да, спасибо. Давайте еще один звонок сразу примем. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот я слушаю вашу беседу и вспоминаю классику «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». Но что за наивность такая? Сейчас вот нам пришлют только тех, кто сюда согласится поехать. Сейчас кто-то там будет их опрашивать, значит, тех, которые похуже, возьмут себе, которые получше пошлют нам. Все, да, вот правильно передо мной мужчина говорил, все до первого конфликта, как только будет первый конфликт, то так и случится. И еще рассказывать о том, что 750 человек, ну, знаете, это настолько вот действительно наивно, будет столько, сколько нам скажут, а отказаться мы никогда не сможем, потому что 8,4 миллиарда долга Евросоюзу, мы можем нам могут перекрыть финансирование. Столько, сколько пришлют, столько и примем, и будем сами тут решать эти проблемы, и до первого скандала, как, неважно на каком уровне, неважно кем спровоцированного, нашими или этими. Спасибо. Мария, как можете прокомментировать?
Да, но здесь очень много прозвучало разных аргументов. Я, наверное, сконцентрируюсь на том... Ну, все они, в общем-то, в одну сторону, по-моему. Да-да, конечно, иллюстрирует то, что я говорила об отношении общества в целом к этому вопросу. Но именно вот последний такой популярный момент, да, Европа нас заставляет. То есть якобы нам навяжут какое-то число, которое мы не сможем отказаться от этого, так сказать, удовольствия. На самом деле все-таки... Факты показывают, что количество беженцев, которые страна принимает, было согласовано. То есть, если страна прямо говорила на совете министров соответствующем, что нет, мы не принимаем, то вариантов навязать стране какие-то квоты, которые она не принимает, фактически нет. Да? То есть, эта система, она, конечно, немного насильственная, потому что есть давление, но, тем не менее, согласие страны требуется, то есть говорить, что нам пришлют, и мы не пикнем, но это не соответствует действительности. И второй момент – это, опять-таки, они все такие, да, то есть нет таких «они». То есть инженеры, образованные с высшим образованием из Сирии, а есть крестьяне из Южного Судана. Кого именно вы имеете в виду, да? То есть всех беженцев считать какой-то единой серой массой, лишенной человеческой индивидуальности, лишенной образования, профессионального опыта и так далее, и своих собственных позиций в отношении религии, культуры, поведения, это по меньшей мере странно. Там разные люди. Там есть люди, которые... Не хочется нападать на беженцев, ну а в Кёльне кто был? Я полагаю, что в Кёльне были так называемые деклассированные молодые люди, которые, скорее всего, не имеют стабильных социальных ролей в обществе. Они, скорее всего, либо еще не нашли работу, либо ее никогда не имели. И, скорее всего, у них не очень много возможностей в жизни. Я очень сомневаюсь, что среди них большинство было, там, не знаю, сыновья профессоров или люди с хорошей работой где-то в немецких фирмах. Да? То есть будем реалистичны. Когда человек бедный, голодный и злой, он бедный, голодный и злой. Это относится как к нам самим, так и к беженцам. Это, в общем, универсальный как бы, принцип человеческого поведения. А по поводу того, о чем мы говорили до того, как начали принимать звонки, существует мнение или опасение о том, что власти европейских стран не рассказывают о подобных нападениях, о тех, которые были до этого, или, может быть, о тех, которые тоже случились в Новый год в других городах Германии, для того, чтобы не провоцировать правых, для того, чтобы не было какого-то всплеска национализма как раз противоположной стороны. Что об этом думаете? То есть все-таки угроза существует радикализации? Но мне кажется, что мы странно, мы все время говорим сегодня про угрозу, как будто она в каком-то отдаленном будущем. Радикализация с нами. По сравнению с тем, что было 5 или 10 лет назад, Европа чудовищно радикализовалась. Да, у нас есть чудовищно радикальные правые партии. Но вы считаете, партии. Что это из-за кризиса и никак не связано с беженцами? Я считаю, что это началось с кризисом. Оно может продолжаться по тысяче причин. В данный момент оно все идет вниз. Да, то есть дна мы пока, судя по всему, не достигли. Вниз – это на спад? Нет, я имею в виду вниз – это на ситуацию, которая хуже. Она становится хуже. Да? То есть реально мы пока, к сожалению… То есть Европа становится более и более радикальной, но беженцы тут как бы не виноваты. Беженцы – это один из факторов, который вот стал очень актуален в последние два года. Но радикальные партии были до этого. Они были в Европарламенте, они боролись с цыганами в Венгрии, они боролись с теми же мигрантами в Голландии, в Великобритании Латвия задолго. Латвия будет, да, становиться более радикальной? Я думаю, что не то, чтобы сильно наблюдала за последние несколько лет. Я думаю, что Латвия имеет некоторый потенциал еще чуть-чуть радикализоваться. С другой стороны, мне кажется, что большого потенциала сильно радикализоваться она не имеет, потому что, опять-таки, у нас, как я уже говорила в начале передачи, у нас уже представлены радикальные силы в парламенте. То есть... Но Костян Берников говорит, что есть куда радикальнее. Ну, есть, конечно, да. Есть группы, которые занимаются вигилантизмом, да, там где-то на улицах пытаются патрулировать, с кем-то бороться. Я сомневаюсь, что в Латвии это станет массовым движением. То есть это может быть, но оно вряд ли станет массовым. Господин Берников. Я, наверное, комментировать эти звонки, да, прежде всего? Звонки прокомментировать, да. Допустим, не знаю, первый звонок, он там был даже адресован, где-то мне мою фамилию упомянули. Ну, там женщина говорит, неужели там, если вот нападут, мы там никак не отреагируем и так далее. Я считаю, что да, не отреагируем, потому что на самом деле мы вообще на какую-то солидаризацию нашего общества, ну, по моему опыту, не способны, неважно, куда она направлена, в позитивное или даже в негативное русло, либо там что-то создавать солидарно, либо даже против кого-то бороться солидарным образом, то есть могу этой женщине сказать, ну, судя по ее риторике, наверняка она отстаивает там русское образование в школах, ну вот, пожалуйста, последние попытки там перевести школы на латышский язык обучения, ну вот собирала у нас 30 человек, 25 на улицах, вот такая вот у нас солидарность, здесь неважно, боремся мы за свои права или мы все-таки просто боремся против какой-то группы, не за свои права, а просто это
против там прав той группы, скорее всего. То есть, а вот вы говорите, солидарность... у нас нет солидаризации. Так, нет у нас солидарности, эти... нет у нас. А как насчет того байкерского движения Дева Суни, называется, которое вот при помощи Фейсбука распространило заявление о том, что они готовы даже объединиться с русскоязычными, которых, насколько я понимаю, они не очень любят, для того, чтобы защищать наших женщин, вот как если будет то же самое, что в Кёльне. Разве это не солидарность? Не, ну они предлагают солидарность, но, во-первых, они ни с кем не объединятся, думаю, что... То есть дальше слов не пойдет? Я думаю, дальше слов там особо не пойдет. Не, ну может быть, там будут какие-то группировки, опять же, это малочисленные будут группировки, которые никак не будут влиять на общую политическую картину в стране и даже на общественный сектор, так сказать. То есть если у нас повторится что-то вроде Кёльна, не дай бог, конечно, что-нибудь такое подобное повторится, но если у нас произойдет что-то подобное, то никакой реакции общества не последует. Я скажу, вот такая реакция, как сейчас вот в Фейсбуке у этих Девы Суни, я думаю, она же и последует. Да, в социальных сетях будет бурлить, социальные сети. Нет, будут... она может даже выйти на улицу в виде акции протеста, но по сути своей она будет такая же. То есть смысл в чем? Это такое хтоническое, немножко примитивное, да, вот есть мы, есть наши женщины, а есть чужие пришлые, мы своих женщин им не дадим. Да? То есть примерно вот на этом уровне будут какие-то, может быть, выступления, может быть, даже иногда массовые, да, где-то на улице. Но я очень сомневаюсь, что возникнет как, и слава богу, что возникнет как в Венгрии движение милитаризованных отрядов, которые там громили цыганские какие-то городки за то, что они якобы распространяют наркотики. Да? Я надеюсь, что в Латвии до такого уровня борьбы с беженцами не Подождите, дойдет. Вы надеетесь или вы искренне верите? Я надеюсь, что не дойдет, и, честно говоря, я не вижу предпосылок особенно для того, чтобы... А вы говорили, что это также зависит от многих факторов, что мы от СМИ, от муниципалитетов, от политиков. А что, если все-таки в СМИ и среди политиков появится соответствующая риторика? Ну, видите, мы видим, на что готовы радикальные политики у нас сейчас. Да? То есть, в принципе, они готовы об этом поговорить. Они и их близкие готовы написать в Фейсбуке или в Твиттере что-нибудь очень жесткое, агрессивное и слегка российское. Но они не формируют отряды, да, по образцу партии Йобик в Венгрии или по образцу Золотой Зари в Греции. И слава богу, что не формируют. И я сомневаюсь, что они когда-нибудь сформируют. Да? То есть, ну, будем реалистичны относительно того, что они могут и что они не могут. А несколько сообщений из видеочата. У меня сосед темнокожий студент, очень вежливый, не пример нашим местным. И следующее. Представляет ли угрозу культуре и самобытности жителей города постоянный приток сельских жителей? Это, насколько я понимаю, вопрос риторический. Давайте еще звонок примем. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Вы знаете, меня, конечно, очень впечатляет вот это вот абсолютно тотальное нежелание видеть, что проблема существует. И такое, знаете, вот судорожное закрытие глаз. Нет, я этого не вижу. Вот оно, знаете, как насилие происходит, но я этого не вижу. И полное отречение вообще от себя, от, вот как это бывает, психология, от своего физического тела, да. Это как в семье, когда приходит вот в дом чужой человек, да, и начинает сначала мою жену, там, предположим, да, и детей там задевать словесно, там что-нибудь отобрал, потом, значит, жену начал там щекотать, потом, в общем-то, там сделал ей неприятно, а я говорю, не-не-не, главное, чтобы ничего не произошло, но ведь все еще мирно, все еще спокойно, и в конце концов, в общем-то, такая безнаказанность не может не привести к тому, что, в общем-то, вашу жену изнасилуют в итоге, как минимум, да, и, в общем-то, так оно происходит и на уровне отношений, и на уровне, уверенно, государственном тоже, да. К сожалению, это то, чему мы позволяем свершиться сегодня в Европе. Вот такое вот мое мнение. Спасибо. Может быть, мы действительно не замечаем проблему, замалчиваем ее? Ну, я вот думаю, сейчас слушая эти комментарии, о конкретных беженцах, которых я встречала в Латвии. Да, зачем нам, ну, вся эта Германия и так далее? То есть мы здесь, беженцы у нас тоже здесь, у нас есть уже штуки соискатели. 3. Нет, их примерно 100 человек, соискатели убежища, да, в Латвии. Ну, я имею в виду тех, которые представляют соответствующие страны, регионы, культуру. Из тех, кто сейчас соищет, так сказать, у нас примерно половина как раз представляется. А, вы имеете в виду потенциальных беженцев? Да. Те, кто находятся уже в Латвии, да. Живут в Муценике и хотят стать беженцами в Латвии. Хорошо. Да. И просто вот представляю своих знакомых беженцев, которых я интервьюировала, да, например, семью курдов из Ирака, там несколько детей, люди покинули свой дом, потому что очень велики опасности похищения детей и так далее, жена христианка, то есть там накладываются свои какие-то моменты, исламское государство недалеко достаточно. Ну вот как-то сопоставить картинку этих людей с вот этими рассказами о страшном чужом, который приходит к вам в дом и все переворачивает вверх дном и забирает вашу жену и детей,
Но оно, мягко говоря, не ложится, да, в одну назад. Я опять вынуждена нападать на беженцев. А картинку из Кёльна вы помните? Да, конечно, но сколько в Европе беженцев, больше миллиона в этом году приняли, да, и сколько человек участвовало в акции в Кёльне? Максимум 1000 человек. Это очень плохо, но это не все беженцы Европы. А, да? Кстати, насколько возможен такой вариант, при котором вот эти нападения в Кёльне были как-то организованы, спровоцированы? Насколько, я понимаю, есть такая вероятность, об этом много пишут. То есть именно, возможно, это очередная акция в духе, возможно, даже того же Исламского государства. Мы не знаем, кто это организовал. Или те же правые радикалы, например. Сомнительно, потому что все-таки большинство людей, которые в этом участвовали, насколько я понимаю, были какого-то арабского или североафриканского, ну так, по крайней мере, пишут, да, происхождение. Александр Берников, могли эти нападения быть организованы, спровоцированы вот для того, чтобы, не знаю, там, понизить рейтинг Меркель, например? Не, они однозначно могли, притом здесь можно судить о том, что уже даже сказать, должностные лица об этом высказались, то есть вот министр юстиции Германии Гретна сказал, что он, беря внимание, что это произошло одновременно в нескольких городах, что он видит там признаки координации планирования. Я думаю, что если бы он совсем не обладал никакой информацией, все-таки с таким заявлением было бы... Вряд ли бы он выходил, потому что это все-таки такое рискованное заявление, где он может от тех же мусульманских общин получить и протесты, если там нет никакого основания сказать это. Во-первых. Во-вторых, полиция там заявляла все-таки о каких-то мобилизационных деятельности в социальных сетях, то есть чтобы призывались общины, естественно, не кого-то там, не на кого-то нападать, но собраться массово вот в этом месте, где потом это все переросло в эти акции. Но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, в гостях у нас были исследователи Мария Голубева и Андрей Берников. Спасибо, что пришли. Также хотелось бы напомнить, что сегодня вторник и снова День добрых дел на радио Болтком. Сегодня мы помогаем маленькому Саше Канте, которому всего 7 месяцев. Этот ребенок сам не может дышать. Сейчас требуется срочная операция. Стоимость 34 800 евро. 22 тысячи уже собрано. Осталось собрать 12 тысяч. Благотворительный телефон 9300-6383. 9300-6383. Стоимость звонка 1 евро 42 евроцента. Присоединяйтесь к радио Болтком, вы можете помочь Саше Канте начать дышать. Ну, а мы вас благодарим за внимание. В студии работала Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. Всего доброго и до свидания.